В Мурманске началась продажа единых проездных билетов на троллейбус и автобус. Стоимость проездного для граждан составляет 1350 рублей, в то время как цена только на автобус или троллейбус составляет 1100. По словам руководства предприятия, новые проездные уже пользуются спросом. Только за первые часы продажи было приобретено более 50 билетов. Пришлось даже заказывать дополнительную партию. Но есть и менее приятные новости. ОАО «Электротранспорт» хочет повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте до 28 рублей. По мнению руководства предприятия, именно такой тариф на сегодняшний день считается экономически обоснованным. Соответствующие документы 3 апреля были поданы в Управление по тарифному регулированию. Напомним, последний раз цены за проезд в троллейбусах и автобусах повышались в декабре 2014 года. Тогда экономически обоснованный тариф, по мнению перевозчиков, составлял около 24,5 рублей. На сегодня положение предприятия достаточно критическое в финансовом отношении. Ничего не делается бесплатно, Те машины, которые купили, за них надо рассчитываться. Далее, зарплата на предприятии заморожена. Заморожена уже не последние даже полгода, а значительно больше времени. Предыдущий тариф, он должен был быть введен не в декабре, а значительно раньше, как подавались документы, но введен был только в декабре. Перед этим тариф 4 года не вводился, хотя документы подавались.